После тяжелой травмы и восстановительного периода Алгибер Ранее снова в игре. Поприветствуем, товарищ. Гуд. Прима. Оставить без воды и электричества своих же соплеменников – это не варварство? Эти русские меня удивили. Говорят, в лагере в Дарнице наша «Динамо» с немцами в футбол играет. Павел Иванович, Коля в лагере в Дарнице живой. Ваш Коля останется живым только в том случае, если вы останетесь со мной. Он не жива. Жива. Под бургомистром жива. Матч. Сегодня в 21:00 на телеканале «Енисей».